Спасли сейчас Тинчока. Это домашний житель. Питается комариками, помогает нам от них избавляться. Спасли, в общем, как. Здесь птицы надоедают. И вот эти карнизы все тайцы смазали липкой штукой, как смола такая. Вот. И птицы садятся, ну голуби. Садятся, им там некомфортно, и все, они больше не прилетают. И, видимо, она растаяла, потекла и вот сюда капнула. Вот здесь вот она липкая. Вот она. Смола это. И он залип сюда. Все у него, лапы прилипли, живот прилип. В общем, не мог двигаться. Вот. Мы его взяли и намазали маслом подсолнечным. Все, перестали у него. У него эти лапки все прилипали к тельцу. Вот. Я сначала думал, что он уже сдох, но потом вот водичкой полили, маслом смазали, вот начал двигаться. Теперь новый домашний питомец. Ну, правда, с Флинтом они, я думаю, не поладят, потому что Флинт уже пытался его слопать. Ну давай, отправляй тогда его в кустики, пускай отдохнет и комаров начнет ловить снова. Ну давай. В тенечек куда-нибудь, да? Да, он около стенки, ниже по Да-да-да. стеночке. Смотри, не хочешь уходить? Но все равно надо. В доме он не уживется с Флинтом. Ну все, давай, отпускай.